Ты не забыла, как я тебя здесь учил кататься? Нет. У меня даже сохранились коньки, которые вы мне подарили. Вот такие маленькие. А каток я видела еще до того, как приехала в Стокгольм. Когда мне читали мамины письма, я совершенно отчетливо представляла себе этот парк, заснеженные деревья и ее. Как она мчалась по этому катку. Ну, положим, не мчалась, а кое-как ковыляла. Мне так хотелось попасть на этот волшебный каток, что я стала видеть его во сне. Каждый раз один и тот же сон. Мама мчится мне навстречу и вот-вот подхватит меня на руки. Она уже совсем близко, я кричу, зову ее. Она проносится мимо. Тогда я просыпаюсь и плачу. Наверное, она тоже в это время часто плакала. Но она умела это скрывать от всех. Вы думаете, она умела плакать? Ну, пойдем, я что-то устал. Иногда мне мама кажется такой твердой, как будто из железа или изо льда. Наверное, такими должны быть великие люди. Люди, избравшие великую цель. Иначе они не дойдут и сломаются, как отец. Ты говоришь, и железо. А вот когда это случилось с твоим отцом, я как раз был в Берлине. Она несколько недель не поднималась, не ела, не разговаривала. А тебе она писала, конечно, веселые письма о карнавалах на льду. Почему же тогда она не взяла меня сразу к себе? Ведь нас осталось только двое. Софья, вы же такой рассказчик. Каждый ваш рассказ — это законченная новелла. Я совершенно теперь по-другому чувствую Россию. Просто вижу ваше Полибино, Петербург. Сейчас я рискую навлечь гнев моего брата, для которого кроме математики ничего не существует. Я открыла ваше истинное призвание. Писательское. За 2 недели нашего знакомства? Мне достаточно было и 2 дней. Ну, хотите что-нибудь? Для начала попробуем написать вместе. Как братья Гонкуры? Ну, о чем же мы будем писать? О России, о Швеции. О женщинах? Они всюду одинаковы. Об их вечном стремлении обрести счастье. Да черт возьми, кому же, как не нам, рассказать об этом? А что же, мужчин в наших произведениях не будет? Почему же? Будут. Но мы их заставим делать то, от чего они у нас всегда увиливают. Помочь нам быть счастливыми, а не мешать. По-моему, вы уже рассказываете сюжет новой книги. Это будет пьеса. Мы ее так и назовем. Как стать счастливой? Или нет? Борьба за счастье. Да. Борьба за счастье. Счастье. Это вещь такая редкая и такая завидная, что невольно преклоняешься перед ним, в какой бы странной и непривычной форме оно не встретилось в жизни.
Добрый день. Добрый день. Ну что ж, начнем. Вы знаете, Софья, у нас в Швеции, как и везде, есть предрассудки, но есть и рассудок. Надеемся, что он восторжествует. Так что вы хотели мне рассказать? Это что, репетиция или что-то вроде экзамена? А почему бы и нет? Мина эра де хэра студентер. Добрый день, господа студенты. Я благодарю вас за то, что вы проявили интерес к моему предмету. Начиная свой курс, я хотела бы напомнить вам, что среди наук, открывающих путь к познанию законов природы, математика самая могущественная, ибо она стержень и душа многих наук, я бы сказала, философский корень всех знаний. А теперь я начну курс теории дифференциальных уравнений с частными производными. Дано. Алгебраическое дифференциальное уравнение. Где G обозначает целую рациональную функцию независимой переменной x, величины y, определенной как функция этой независимой переменной, и ее производных по x до n порядка включительно. Задача сводится к определению в самом общем виде степенного ряда. Где A, B0, B1 и так далее обозначают постоянные, таким образом, чтобы он, будучи подставлен вместо Y, удовлетворял заданному дифференциальному уравнению и сходился внутри некоторого круга, окружающего точку А. Тогда верна теорема. Будет иметь простой корень bn, то величины bn плюс 1, bn плюс 2 и так далее, могут быть всегда определены однозначно таким образом, что данная функция, будучи подставлена вместо y, формально будет удовлетворять уравнению. Эта теорема в приведенной формулировке взята мной из лекций моего уважаемого учителя господина Вейерштрасса. В настоящей лекции я займусь исследованием вопроса о том, можно ли вообще и как далеко можно эту теорему распространить на тот случай, когда для определения аналитических функций многих переменных даются алгебраические дифференциальные уравнения в частных производных. Рассмотрим следующую систему дифференциальных уравнений с частными производными, в которых x, x1 и так далее обозначают независимые переменные. Фи, подлежащие определению функции последних, а g являются заданными функциями от фи, представленными в форме обыкновенных, сходящихся внутри некоторой области степенных рядов. Что вы делаете? Первая женщина на кафедре университета. Сенсация! Заголовок на первой странице «Принцесса науки». Да, этот шустрый фотограф оказал ей медвежью услугу. Он взбудоражил весь Стокгольм, раздразнил самого Стринберга. Теперь тот вылез из берлоги и рычит на всю Швецию. Это невероятно. Да. Стринберг, совесть нации. Женщина-профессор математики — это чудовищное явление, одинаково вредное как для науки, так и для общества. Если мужчины не соберутся теперь же для решающего сражения за свое достоинство, им придется навсегда попасть под иго женщин, неизменных своей жажде власти. Да. Что он несет? Ну что, то же, что и все мужчины. Да. Когда мы, женщины, пытаемся посягнуть на ваши вечные привилегии. Слушай. Да. А, кстати, твои коллеги тоже хорошо попортили кровь. Да, попортили.
А ты ее давно видела? Ну, она же собиралась к нам прийти. Когда? Сегодня.
Доброе утро. Вы даже не прилегли. Что, вам не здоровится? Или неудобно у нас? Ой, пожалуйста, бумагу и карандаш. Как? А завтрак? Нет, я очень вас прошу, бумагу и карандаш. Молчите, Гестер. Я до сих пор сердить на вас. Вы не представляете, что было с Шарлоттой, пока мы не получили вашу телеграмму. Надеюсь, что эта тетрадка хоть немного оправдает меня в ваших глазах. Нет, не оправдает. Ваш побег – непростительное малодушие. А, кстати, Стринберг добился обратного. Теперь нам легче будет получить для вас место штатного профессора на кафедре. А вы не думаете, Гесту, что вот эта тетрадка могла бы нам помочь? Пусть бы ваши корифеи убедились, что я не просто дама на кафедре, но и кое-что соображаю в теории. Я думаю, пока сыровато и вообще как-то призрачно. А вы знаете, как данную проблему называл наш с вами учитель, старик Вейерштрасс? Математическая русалка. Вот. Мне известно еще кое-что, Гестер. Что помимо Эйлера, Пуассона и Лагранжа, за ней гонялось немало великих аналитиков. А вы не знаете главного? За ней гонялся сам Вейерштрасс. Неделями мы тащились через бесконечную снежную пустыню. А вот проклятая полынья, в которой мы едва не утопили половину нашего провианта вместе с санями. Теперь имею честь представить вам медведя, встреча с которым едва не стоила жизни моему другу Нильсу. В этой экспедиции нам приходилось пользоваться всевозможными приборами. И вот такими приспособлениями. Вот так, день за днем, мы тащили за собой сани. Наконец привал. Ставим палатку. Первым делом. Как вы думаете, это надолго? Натопить снег для чая. Я, как эти путешественники, с самого утра ношусь по Стокгольму в поисках одной неуловимой дамы. Это кто? Боюсь, что в этой темноте. Да, Гестер. Я снова потеряю след. Кого-то вы разыскиваете? Госпожу Ковалевскую. Кому же? Она так срочно понадобилась, если не секрет. Когда показывалось солнце... Ковалевскому. Мы стремились использовать его появление, чтобы определить свое местонахождение. Бывает, что попутный ветер... Глупый каламбур. Простите, Софья Васильевна, это вы? Мы да, неловко компании... получилось... Но дело в том, что я действительно Ковалевский. Максим Максимович Ковалевский. Хотя ни малейшего отношения, ни родственного, никакого другого к вашему покойному супругу, кроме глубочайшего уважения. Между ледяными стенами. А здесь мы перетаскиваем лодку по дрейфующему льду. В Париже Жаклар показал мне рукопись вашей повести. Все, что было с нами.
Нигилистка? Да, я был чрезвычайно поражен. Как та самая ковалевская математика. Господа, тише, пожалуйста. Но нам здесь не дадут серьезно поговорить. Вы не возражаете? Вам было действительно интересно. Я влюбился в вашу повесть. Да, так пронзительно рассказать о судьбе нашего поколения. Ваша нигилистка дорогая русскому сердцу книга. Но, к сожалению, в России ее напечатать нельзя. Цензура. Ну, я не помышляла о публикации. А я помышляю. И вполне конкретно. В нашей вольной русской типографии в Женеве. Но, разумеется, с вашего согласия. Рискнете? А вы? Ну, мне терять уже нечего. Изгнан с кафедры Московского университета, предан анафеме. Сказать по правде, мне было больно снова встретить человека с фамилией Ковалевский. Ну, знаете, Максим Максимович, я все же рада. Вы меня поймете. Вы ведь знаете, как невесело жить вдали от дома. Невозможность говорить на родном языке. У меня такое чувство, что у меня маска на лице. Ведь мысль, выраженная не на родном языке, лишена размаха. Как я вас понял? Ницца, где я обосновался, сущий рай. Море, цветы, а тоска гложет. И так тянет к русской душе. Спасибо вам за этот вечер. Фуфочка! Девочка моя родная! Здравствуй, моя хорошая! Фуфа, повернись-ка! Ты что, забыла меня совсем? Не помнишь? Фуфочка! Ну, повернись, Фуфа, это же мама! Ой, Юленька, здравствуй! Здравствуй! Фуфа, ну иди скорее ко мне! Иди, моя хорошая! Ой-ой-ой, какая тяжелая стала! Какая большая! Что? Что случилось? Что ты отворачиваешься? Ну, посмотри на меня! Повернись-ка. Забыла. Забыла меня. Совсем забыла. Только аккуратней, пожалуйста. Так, очень, очень хорошо. И ближе к стенке. Вот. Ага, все, спасибо. Знаешь, во что это тебе обошлось? Сначала из Полибина в Петербург, из Петербурга сюда. Не проще было бы купить здесь новую мебель?
профессорское жалование Юля позволяет мне некоторые сентиментальные причуды. А что, если нам поставить диван вот к той стенке? Зачем? Он так стоял у нас Полибина, я только сейчас вспомнила. Это глупая затея. Перетащить Полибина в Швецию. Ну, а что ты сердишься? Просто я хотела, чтобы у Фуфы все было как у нас там. Как там не будет. И дома ты есть здесь. Все равно не создашь. Конечно. Ее дом теперь только там, где ты. Я же вижу, что ты просто ревнуешь ее ко мне и жалеешь, что приехала. Но только имей в виду, я не собираюсь ради твоего удовольствия отказываться от дочери. Юленька, милая моя, ну прости меня, пожалуйста, Юлечка. Юля, ну прости, пожалуйста. Понимаешь, я иногда сама боюсь ее привязанности ко мне. Ее болезни, внезапных слез, ее вопросов. А ты знаешь, о чем она меня спросила недавно? Где мой папа? Мама! А кого она зовет? Боже мой, что творится в этом доме. Хотя бы ты девочку уберегла от своих математических бдений. Не могла я ее отправить в детскую. Самое смешное, она решила непременно выяснить, чем я занимаюсь. Я даже пыталась ей это объяснить. Она у тебя гений. Нет. Вундеркинд? Слава богу, нет. Госпожа Ковалевская, Фуфу можно забрать? Да. Значит, ты утонула в своих математических формулах. Угу. Ну, хоть бы подумала, в какое дурацкое положение ты меня ставишь. Я заинтересовала наш театр. Все ждут нашу пьесу. Да ведь все так хорошо пошло сначала. И характер, и сюжет, и... Не понимаю. Не представляю, ну неужели для тебя все эти закорючки дороже, чем живая женская душа? Ну, объяснила бы, какую мировую проблему ты сейчас решаешь? Как объяснить? Я не знаю. Ну как?
Как Фуфе объясняешь? Не хочешь? Ты считаешь меня глупее Фуфы? Нет, я уже объясняю. Законы вращения твердого тела вокруг неподвижной точки. Дьявольская головоломка. Ну и кого же, кроме тебя, она еще интересует? Парижская академия наук уже несколько лет объявляет конкурс на эту тему, и представь, что награда до сих пор еще никому не вручена. О, ты, голубушка, честолюбива. Впрочем, я это приветствую. Да, премию должна получить ты. Назло всем мужчинам. Ну, я надеюсь, ты скоро решишь свою головоломку. Надеюсь. 10 лет уже надеюсь. Сонечка, ты знаешь, не в моих правилах золотить пилюлю. Это уже 5-й вариант. 5-й. В прошлый раз я сказал тебе вполне определенно. Путь, которым ты идешь, ошибочен. Пытаться описать процесс вращения твердого тела вокруг неподвижной точки с помощью твоих любимых гиперэллиптических функций – тупик. Ну, откуда такое упрямство? Возможно, я поступаю несколько жестоко, разрушая твои воздушные замки, конкурсы, лавры. Я не придаю слишком большого значения этим пышным торжествам, но и не хочу, чтобы моя любимая ученица публично села в лужу. Спрячь-то это куда-нибудь подальше. Я ведь сам когда-то ухлопал уйму времени на эти русалочьи игры. Не могу себе простить, что втравил тебя в эту историю. Я это знала. Лефлер проболтался. Лучше он сказал бы тебе всю правду об этом. Он сказал. Почти теми же словами, что и вы. Ну вот. Видишь? Вижу. Вы просто оба не хотите меня понять. Вы черствые люди. И все-таки ты женщина. Мне не следовало об этом забывать. Скажу нечто новое. Не повторяй моих ошибок. Слушай науке, но не будь ее рабой. Ты еще так молода. У тебя такой вид, будто ты пишешь досье на этого проходимца Лихачева. Ой, да ну его. Я тут такое нашла. А? Все-таки пригодился тебе шведский язык. А помнишь, как ты ленилась? Я читаю и прямо вижу перед глазами то время.
эти разорившиеся дворянские гнезда, бунт молодых нигилистов, готовых идти на каторгу и на эшафот. У нас ее книжками зачитывались. Даже язвительный Стринберг должен был признать ее литературный дар. Вот здесь я нашла воспоминания Нансена о ней. Вы знаете, он пишет. Ковалевская – это был человек редкой духовной и физической красоты. Самая умная и обаятельная женщина в Европе того времени. Я зря за нее волновался. Она покорила весь Стокгольм. Заниматься с ней математикой считали честью. Ее всюду приглашали, в ее честь давали приемы. А вот здесь отрывок из романа, происходящего на Ривьере. Это про Ниццу, да? Что? Это про Максима Максимовича. Да. А он действительно был очень красивым. Первое время я страшно ревновала маму к нему. Я просто возненавидела Максима Максимовича. А потом я даже не знаю, как это произошло. Но я хорошо помню, я стала скучать о нем. И очень ждала, когда он приедет. Его любили. А когда царская власть его выставили из Москвы, студенты несли его на руках до самого вагона. На его лекции молодежь ломилась в Лондоне, Париже, у нас в Стокгольме. А лекции были о России. Значит, вы понимаете маму? Понимаю. Она не могла не увлечься таким человеком. К сожалению, да. Вы его тоже осуждаете? Нет. Не осуждаю. Я его не люблю и никогда не любил. А вы в чем-то вините Максима Максимовича? Может быть, только в том, что он повстречался на ее пути. А я знаю, тебя зовут Фуфа. А мамы нет дома. А где она? Там. Но ее все равно нету. Ну, а как же ты говоришь, что она там? А? Ну, как ты не понимаешь? Если она пишет свои цифры, ее все равно, что нет. Ее глаза даже меня не видят. Тетю Элгу выгнала, когда она ИСУ принесла. А тебе не скучно вот так вот одной? Почему одной? Я не одна, я с мамой. Простите, госпожи Ковалевской нет дома. Я очень сожалею, но будьте добры и доложите ей все-таки. Нет, нет, это невозможно. Мадам запретила, она нездорова. Да что за шутки, в конце концов? Будьте добры, доложить. Я договорился быть именно в это время. Я уезжаю сегодня.
ради бога, пожалуйста, оставьте меня. Действительно рай в твоей Ницце. Как ты умудряешься здесь писать свои ученые трактаты? Все. Никаких трактатов, никаких ученых разговоров. У меня дерзкие планы. Мы едем в Марсель, потом в Приморские Альпы и на праздник цветов в Венецию. А что, если у меня есть свои дерзкие планы? Ну, например, поездка в Париж. Надеюсь, твои дерзкие планы не связаны с другими мужчинами. Конечно, связаны. Связаны, да. Мне предстоит или погибнуть, или восторжествовать над ними. Ну что ж, это совсем в духе вашей пьесы с госпожой Лефлер. Да. Хотя она, кажется, вышла замуж, несмотря на свою архиэмансипацию. А как было устоять? Герцог, да еще математик. А почему все-таки Париж? Или это секрет? Говори, что знаешь, делай, что обязан. Прости, не понял. И будь, что будет. Это что? Буддийское заклинание? Нет. Скорее, это... молитва об исполнении желаний. Нет, я все-таки сумасшедшая женщина. Бросить все и свалиться на голову тебе так неожиданно. А ты уже раскаиваешься. Нет, сумасшедшая ты была там, в Стокгольме. Я даже испугался. Лефлер тоже испугался. Он вызвал из Москвы Юлю, и она чуть не силой забрала у меня Фуфу. Не надо грустно. Ты прав. Но Лень не вина. Теперь я знаю, что такое эмансипированная женщина. Как ураган обрушилась, как ураган унеслась. Значит, Париж взял верх. Ты
Ты не знаешь, когда поезд прибывает в Париж? Можешь сказать прямо, почему ты бежишь от меня? Я бегу? Понимаешь, у меня болезненно острая память. Я запомнил все твои прозрачные намеки, связанные с Парижем. Как всегда, ты бредишь только своей математикой. Я клянусь. Сейчас я меньше всего думаю о ней. Ты думаешь о ней всегда, каждую минуту своей жизни. Ты из-за нее с ума сходишь. Когда бы не подумала, что меня приревнуют к математике. Ты готова принести ей в жертву все. Свое здоровье. Сердце, о котором тебе беспрестанно твердят врачи. Ты даже жертвуешь своим ребенком. Ты не имеешь права касаться этого. Но это же чудовищный эгоизм. Непомерное, неестественное для женщины честолюбие. Ты достигла уже всего. Магистр, доктор, профессор. Что тебе еще нужно? На какой еще пьедестал вознесут тебя там, в Париже? Нет, поистине начинаешь думать, женщина в науке явление опасное. Ты можешь пожать руку одному моему шведскому недругу. Ты прекрасно помнишь пламенное выступление Стринберга в защиту порабощенных мужчин. Ты должна, наконец, решить, что для тебя важнее. Твоя математическая карьера или я? Думаешь, что я женщина, которой можно предъявлять ультиматумы? Ты ошибся. Да, это ошибка. И ошибка горькая. Будем считать, что это наша общая ошибка. Обладают гением в любви, как обладают гением в музыке или в механике. И для них любовь превращается в дело жизни, тогда как для других она только один из эпизодов. Парижская академия поручила мне, как своему президенту, объявить итоги конкурса на лучшую работу по предложенной теме о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Среди нескольких достойных работ, присланных на конкурс, жюри особо отличило одну, как самую выдающуюся. Завершив цикл исследований, начатых великим Эйлером и продолженных Лагранжем и Пуассоном, автор этого мемуара блистательно разрешил задачу, которая казалась неразрешимой, создав стройную, законченную теорию о вращении твердого тела, прекрасную, господа, в своей классической простоте. Мне нет нужды, господа, говорить о значении этой проблемы.
Достаточно сказать, что вся Вселенная от движения небесного тела до мельчайшего колесика в этих часах является собой пример вращения твердого тела вокруг неподвижной точки. Мне остается лишь назвать автора, который до поры до времени скрывался под столь необычным девизом. Говори, что знаешь. Делай, что обязан. Будь, что будет. Итак, господа, я делаю, что обязан. Да, я счастлив объявить, что между венков, которые мы даем сегодня, один из прекраснейших и труднейших для достижения будет возложен на чело женщины. Имя ее хорошо известно всем нам. Доктор математики, профессор Стокгольмского университета Софья Ковалевская. По странной иронии судьбы, я еще никогда не чувствовала себя такой одинокой, как в момент своего триумфа. Мадам, простите, мадам следует. Стокгольм, благодарю. Почему у вас так холодно? Холодно? Да. Может, вам угодно горячего чаю, стакан? Да, пожалуйста. Мадам плохо себя чувствует? Нет. Опять мы с тобой расстаемся, Максим. До Рождества или до Пасхи? Для меня теперь каждое прощание с тобой пытка.
Но я не хочу обманывать себя. Отношения таких людей, как мы с тобой, наверное, не могут быть простыми и безоблачными. Боюсь, что жена профессора, это слишком радикально даже для тебя. Утомительно, наверное. Как мне быть? Я не могу без тебя, я теперь твердо это знаю. Но я также твердо знаю другое, что я всегда буду сидеть над своими формулами. Хоть порой они меня доводят до безумия, и ты их так ненавидишь. Но я ни от чего не могу отказаться. Ни от формул, ни от книг, которые хочу написать, ни от тебя. Я не знала, что вы в Стокгольме. Я приехала сегодня утром.
Была ли я счастлива? Не знаю. Человек, видимо, получает не самое счастье, а лишь его бледное отражение. И все-таки жить стоит именно так, чтобы предъявлять к себе самые высокие, может быть, непомерные требования. И тогда она даст нам желаемое. Ведь жизнь, в конце концов, прекрасна. Прекрасна и добра. Жил для своего времени, тот живет для всех времен.